Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня у нас сладкий мукбанг. И пришла кошка. Так как пришла кошка, я выключаю свет, чтобы ее не ослепить. Вот. Без света, она уже его нюхает. Котик мой. Так, у нас сегодня с вами Милка. Такие круассанчики шоколадные. И Милки Вейки. Чем там клубничный, наверное. Те же самые 7 Days. Ася. Что творишь? Не надо. Вовремя, блин. Вот вам котик. Смотрите на котика. Давайте Милку попробуем. Я вот не помню, кушала я их, не кушала. Такой с шоколадной крошкой, и там должна быть начинка. Крошки много. Хрустящая такая. И шоколадная начинка. Гринфилд с малиной. Я все хожу с этим замотанным пальчиком. Потихоньку ноготь отваливается. Уже надо будет делать. Опять каким-нибудь с черным сделаю. Не знаю, мне очень нравятся черные ногти. Под все подходит. Вот здорово, котик. Дизайн тоже там прикольно нашла. Только дизайн, знаете, нашла где? На Алике. Там в реках. Рассмотрел, знаете, какие бывают накладные ногти вот эти вот. Там много всяких красивых дизайнов. И вот на одних ногтях был такой простенький, прикольный дизайн. Почему бы и нет, да?
Milky Way. Клубничный коктейль. Как пахнет. Очень насыщенный аромат. Еще, кстати, мне мама подарила подушку ортопедическую. Так сложно к ней привыкнуть. Я сегодня спала на не первую ночь. Это вообще жестко. Как будто я сплю на кирпичах. Но я надеюсь, я привыкну. Потому что, знаете, в какой-то момент на ней сплю, а потом такая, блин, уже не можешь. И с нее слезаю. Очень непривычно. Более. Я последние вообще сколько лет? 6, 7, 8. Всегда без подушки спала. Потом начала на обычной кое-как спать, потому что шея болит. Просто просыпаешься, как будто били. Но на этой подушке пока вроде нормально, но это может быть совпадение, что все нормально. Поэтому надо пробовать. Спать. Открывается не очень удобно. Я надеюсь, вы кушали вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.